Наверняка вы не новичок в том, что касается планирования и участия в непростых походах. Вы ставите себе все более захватывающие цели? Ваш следующий поход продолжительнее и сложнее? Возможно, вам придется нести большее количество оборудования дальше и дольше, чем раньше. В таком случае рюкзак с системой X1 Tatonka – это то, что вам нужно. Система X1 разработана для переноса грузов от 20 до 30 кг. Задача этой системы – перенести основную нагрузку с области плеч в тазобедренную область, тем самым разгружая позвоночник и позволяя переносить большую часть груза с помощью силы ваших ног. Технически это достигается размещением в спине трекингового рюкзака системы переноски. Она состоит из прочной пластиковой пластины, находящейся внутри, и в ней расположены широкие перекрещенные алюминиевые стержни. Чем тяжелее груз, тем плотнее должно быть прилегание системы переноски к поясному ремню и, соответственно, к тазобедренной области. Есть, однако, одна проблема. Во время ходьбы область поясного ремня находится в постоянном движении. Если прилегание рюкзака слишком жесткое, это начинает мешать естественным движениям человека, переносящего рюкзак. Чтобы решить эту проблему, мы сконструировали эту область так, чтобы она одновременно была достаточно жесткой, но и частично гибкой. Это достигается тем, что место, где перекрещиваются алюминиевые стержни, вынесено вверх от поясного ремня. Оба стержня выводятся в карманы на ремне, и, несмотря на общую жесткость и стабильность системы, сохраняется некоторая ее подвижность. Для дополнительного комфорта во время движения с тяжелым грузом спина рюкзака системы X1 имеет более объемные набивные элементы, чем обычные трекинговые рюкзаки. Набивные элементы создаются путем склеивания нескольких слоев вспененного материала. Затем набивной элемент покрывается мягкой сетчатой тканью. Это позволяет иметь хорошую вентиляцию в области спины, которая усиливается благодаря специальным каналам внутри самих элементов. Объемные набивные элементы размещены по всей площади, где рюкзак контактирует со спиной человека, начиная с поясного ремня по всей области спины и внутри плечевых лямок. И естественно, как и любую другую систему, использующуюся для трекинговых рюкзаков Tatonka, систему X1 можно подогнать под рост владельца с помощью системы перемещения лямок выше или ниже.